День открытых дверей 25 августа гости смогут познакомиться с работой творческих коллективов Центра татарской культуры. Также состоится обзорная экскурсия по выставочной экспозиции учреждения. Приглашаем всех жителей и гостей города Ильинской области в Центр татарской культуры на День открытых дверей. Добро пожаловать в мир искусства! В Ульяновском драматическом театре имени Гончарова 26 августа состоится открытие 232-го театрального сезона. Открываемся мы премьерой. Это замечательная такая будет английская музыкальная комедия, которую поставил у нас Анатолий Афанасьевич Морозов из Санкт-Петербурга. 26 августа в сквере Карамзина пройдет подведение итогов библиотечной акции в поддержку детского чтения «Книгоежки». Каждое лето в период с 20 июля по 20 августа ребята, которые приходят в библиотеки, могут стать обладателями приза. В этом году победители получат посещение бесплатное в аквапарк. Вот, а для всех ребят, соответственно, кто туда пришел, будет организовано бесплатное мороженое. 27 августа открытие Дня кино и акция «Ночи кино 2017» пройдет в парке «Владимирский сад» и в сквере Патронного завода. И там граждане смогут увидеть фильмы, которые выбрали зрители путем всероссийского интернет-голосования. Это «Время первых», это «Кухня. Последняя битва», это «28 панфиловцев» и «Снежная королева 3». Выставка «Димитровград. Культурная столица», представленная Димитровградским краеведческим музеем, состоит из фотодокументальных материалов и музейных экспонатов. Отдельный раздел выставки посвящен 45-летию переименования Меликеса в Димитровград.